Весомая экономия. В Муромском отделе управления жилищной политики накануне состоялась встреча представителя фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области с жителями города. Обсуждались вопросы, связанные с программой энергоэффективного капремонта. Решались текущие проблемы собственников жилых помещений. Муромлянам рассказали, как стать участниками программы, получив финансирование от государства, и как можно эффективно сэкономить на оплате за услуги ЖКХ. Проводить энергоэффективный капитальный ремонт во Владимирской области начали с 2018 года. И вот уже в нескольких домах в нашем округе погодозависимая автоматика экономит не только тепло. За счет снижения потребления коммунальных ресурсов, в первую очередь, экономятся денежные средства муромлян. На прошедшей встрече представители Владимирской организации в формате диалога пытались донести до жителей Мурома, что участвовать в программе выгодно. Дает возможность людям сэкономить. Сэкономить на оплате ЖКУ услуг. Виды работы выполняются. Это утепление кровли, фасадов, установка на многоэтажных домах энергоэффективного оборудования лифтового, систем, электрических систем, нагрева воды, подогрева воды, установка в подвальных помещениях ЭТП. Экономию дает существенную. Уже поработали и в Муроме, мы работаем по программе и по спецсчетам, и по программе капитального ремонта в этом году. Завершим работу на 14 многоквартирных домах. Уже пройдя отопительный сезон, имеем существенную экономию. Еще один плюс. После завершения ремонта часть средств от всех затрат вернется на специальный счет дома. В Муроме энергоэффективно экономят жители уже 8 многоквартирных домов. К концу года в общей сложности в программе их будет задействовано порядка 25.